Всем привет! Сегодня обзор для самых беломодных будущих победительниц всех соревнований. Это девичий велосипедик, представленный фирмой Швин. Вот такой моделька называется Stardust, с 20-ми великолепными белоснежными покрышками, с таким прекрасным, очень приятным седлом, достаточно мягеньким, со звездочками, все очень стилизовано, так и крылышки со звездочками, и на раме есть такие же звездочки, причем проводка, обратите внимание, в раме идет, все очень красиво, так стильно. И обратите внимание, от нашей фирмы идет подарочек к этому же велосипеду, вот такая корзиночка вперед на руль этого велосипеда. Теперь рассмотрим базовую комплектацию. Велосипед в обалденном глянцевом розово-фиолетоватом цвете с тормозами V-Brake. Все такое по-американски качественно, красиво, продуманно, фундаментальное. То есть тот, кто начнет ездить на этом велосипеде, в будущем станет вот таким прекрасным владельцем других велосипедов и будет побеждать в этой жизни в любых соревнованиях. Так что приходите к нам, в Веломоде всегда рады, обращайтесь, много детских велосипедов, подписывайтесь на наш канал, всегда рады вас видеть и слышать.